Благоустройство Куровского идет полным ходом. Глава Риховского района Борис Егоров оценил текущие результаты. В первую очередь предметом интереса Бориса Егорова стало выполнение в Куровском программы по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов. В 2017 году 100 подъездов в Куровском должны обновить свой внешний вид. Я сегодня посмотрел, конечно, качество страдает. И сегодня глава города Куровского дал свои замечания, я дал свои замечания, поговорили по поводу входной группы, обязательно, чтобы установка была максимально пластиковых окон, то, что и согласование, конечно, цвета с жителями. Потому что я сегодня лично, когда приезжал с главой города, все говорят, что жители согласовали, я нигде никакого согласования ни письменно, нигде не увидел. Поэтому потребовал от управляющей компании показать согласование по всем подъездам, цвета подъездов и объем работ. В настоящее время в Куровском ведутся работы по благоустройству 6 дворов. В том числе на их территории организуются парковки, устанавливаются детские площадки с мягким резиновым покрытием, а также уличные тренажеры. Все они в стадии завершения, качество устраивает. Уверен, что глава города доведет до конца установку ограждений, освещения. То есть здесь все идет в плановом режиме и качество лично меня устраивает. В ходе поездки был проинспектирован капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог общего пользования. В зону внимания попали улицы Советская, Кирова, Совхозная. Из-за дождливого лета не все дорожные участки были отремонтированы в срок. Сейчас строители спешат наверстать упущенное. Я надеюсь, что не позднее конца сентября, то есть все объекты, которые у нас в этом году в плане благоустройства, в плане капитального ремонта, я имею в виду инфраструктуры, то мы их однозначно закончим. До конца сентября Борис Егоров посетит с рабочим визитом все городские и сельские поселения. Таким образом, он лично даст оценку результатам выполнения плана по благоустройству Орехово-Зуевского района в 2017 году.